Дорогие друзья, я очень рад всех приветствовать. Мы, как и многие семьи, проводим за городом. Этот период для нас стал особенным, так как мы заботимся о своем малыше, которому недавно исполнилось 4 месяца. Очень приятно видеть, как он каждый день учится чему-то новому, как он улыбается, смотреть фотографии, каким он был в месяц, а какой он сейчас. Ну, а если говорить о нашей жизни, мы с вами вернемся к обычной жизни и обязательно встретимся в зале на сцене Свердловской филармонии. А я, как руководитель хора любителей пения, обещаю вам, что мы для вас подготовим очень много интересных программ. Всего доброго и удачи вам!